кофемашина со встроенной жерновой кофемолкой, ручным капучинатором и возможностью приготовить сразу две чашки. Сегодня в видео рассмотрим кофемашину De'Longhi Magnifica ECAM22110SB. Вместе с кофемашиной в комплектацию входит съемный резервуар для сбора капель, мерная ложка, фильтр для смягчения воды, индикаторная полоска, средство для удаления накипи, инструкция и гарантийный талон на 3 года. Это кофемашина среднего размера. Ее габариты 24 на 43 на 35 сантиметров. Внутри встроена жерновая стальная кофемолка с 13 степенями измельчения. Модель подходит как для молотого, так и зернового кофе. У контейнера для зерен объемом 250 грамм есть плотная крышка. Она позволяет сохранять аромат кофе. Для молотого кофе предусмотрен специальный отсек. Кнопочная панель управления с поворотным регулятором и индикаторами находится спереди. Вращением регулятора можно изменить крепость напитка. Нажатие кнопки позволяет выбрать необходимый объем. Можно запрограммировать нужную температуру и жесткость воды. Для создания воздушной пенки есть ручной капучинатор. Бак для воды объемом 1,8 литра находится сбоку. Настраиваемый по высоте диспенсер позволяет готовить две чашки одновременно. Устройство делает эспрессо и капучино с пенкой, а также подает горячую воду. Кофемолка держит давление в 15 бар. Кофемашина запрограммирована на автоматическое отключение через 2 часа неиспользования. Время можно изменить – до 15 или 30 минут, 1, 2 или 3 часов. Прибор также имеет режим энергосбережения, функцию подогрева чашек и функцию автоматической декальцинации. Индикатор накипи на панели управления мигает, когда пора провести чистку устройства. Для этого лучше использовать средство для удаления накипи De'Longhi. Внутренние части кофемашины следует чистить губкой. Заварочный узел рекомендуется мыть без использования моющих средств. Бак для воды нужно очищать влажной тряпкой. Решетку поддона для капель можно мыть в посудомоечной машине. Итак, кофемолка De'Longhi Magnifica ECAM22110SB подойдет тем, кто часто пьет кофе дома и на работе. Благодаря встроенной кофемолке она подойдет и для зернового, и для молотого кофе. Прибор умеет готовить две чашки напитка одновременно. Ручной капучинатор быстро превратит молоко в пышную пенку.